сборный хардтейл складного типа. Классный велосипед с интересными опциями. Рама из алюминиевого сплава. И так как велосипед у нас складной, усиление крепежных элементов и стыков выползло побочными 15 килограммами. Таким образом, из ряда гоночных велосипедов модель уже исключена. Однако это и не было бы заявленной нишей. В целом велосипед бюджетный и начинка у него соответствующая. Данная комплектация несет в себе 21 передачу, 26 колеса, простенькую вилку зум, ободные механические тормоза. Как видно, модель не рассчитана на серьезные трассы, так что стоит ограничить себя данными маршрутами или катанием в городских джунглях. Для первого пункта велосипед будет актуален, ведь в собранном состоянии он вполне спокойно умещается даже в некоторые седаны. В остальном велосипед оправдывает свою стоимость, и применение — это прогулочное катание по выходным.